Здравствуйте. 23 августа, 28 луны день. Садис Санчар, Сыщик Земли с элементом дерева. День для новорожденных, благоприятный для ритуала призывания долгой жизни, благосостояния долга, бурение скважин, посадки деревьев, размышления, медитации, обращение к учителям Буддам, устанавливание фундамент, почитание хозяев местности, создавать дизайн, эскизы, влаживать сбережения, благоприятен. Неблагоприятен для рубки дерева, операции и укалывания. Благоприятен для людей, родившихся год, лошади, собаки. Неблагоприятен годам змеи, синие обезьяны. И в Илгинском Цукчун Дуане хорол Сунды, Мане Дуане, Зубдыр Нанжалма, Жуд Дуане, Таунхарулова на бурятском языке. Будьте полезными.